У Алексея Текслера появился первый конкурент. Еще один человек подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Челябинской области. Претендент тоже идет самовыдвиженцем. Всем здравствуйте. Второй претендент – руководитель строительной компании, участник конкурса «Лидеры России» Андрей Аюпов. Родился в Лейпциге, это село в Варнинском районе, в семье инженеров. С детства жил в Варне, хочет сделать всю область привлекательной для жизни людей. Намечена задача по реализации определенных планов Челябинской области. Также это будет касаться всех сфер, которые мы хотели затронуть. Это сфера ЖКХ, сфера дорожного строительства, сфера промышленности, социальная сфера. Андрей Аюпов в политической жизни региона до этого момента никак себя не проявлял, но называет себя народным губернатором. Накануне выдвижения молодой человек создал страницу в одной из социальных сетей. Сегодня уже выложил фотографии из избиркома. Сейчас у Андрея Аюпова около 80 подписчиков. Гораздо важнее ему будет создать реальные подписи избирателей для регистрации самовыдвиженцем. Соответственно, необходимо нам собрать порядка 13 600 голосов. Ставить их Аюпову нужно будет до 24 июня. До этой даты избирком будет принимать документы от кандидатов. А после 24 июня, после 18.00, процедура выдвижения заканчивается, и все граждане, которые выдвинулись, соответственно, предоставляют нам документы, необходимые для регистрации. Регистрация будет начата 25 июня и будет проходить по 4 июля, также до 18.00 включительно. Напомню, накануне о своем выдвижении на должность губернатора заявил Алексей Текслер. Подал документы в избирком. В течение 10 дней они будут проходить проверку, как и данные, предоставленные Андреем Аюповым.